Название нашей лекции сегодня — «Женщина, сидящая на звере». Именно так говорит книга Библии «Откровение». В нашей последней лекции, которая была посвящена Откровению 13 главе, мы говорили о вопросах, связанных с папской властью и властью, которая появляется на земле. И мы говорили, что это вторая власть, это Соединенные Штаты Америки, которые будут вводить законы, которые будут заставлять поклониться первому зверю. В эти процессы будут вовлечены все государства мира. Откровение 17 глава дает нам еще больше деталей по этому вопросу. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“». Эта женщина представлена образом блудницы. Другими словами, она не сохранила верность Господу. Женщина в Библии — это символ церкви. Есть много текстов, говорящих об этом в Ветхом и в Новом Завете. Христос представлен как жених. Церковь — это невеста. Эта женщина представлена в виде блудницы. Она сидит на водах многих. И воды в Библии — воды обозначают племена, языки, народы, согласно книге Откровения. Библия говорит, что с этой женой многие цари земли имели прелюбодеяние, то есть имели отношения с этой церковной системой, которые не соответствовали отношениям верности с Богом. Библия говорит, дальше с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Вино в Библии — это символ учений, доктрин. Вино прелюбодеяния — это учения, которые омрачают разум человека и отвращают его от Бога. Итак, Библия здесь показывает, что отступническая церковная система руководит странами мира, цари земли имеют отношение с этой отступнической церковью, они напились, они пьяны, они не различают истину от заблуждения, и они поддерживают эти доктрины. Библия говорит дальше: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Красный цвет — это цвет, который символизирует жертвоприношение, преисполненным именами богохульными. Итак, эта власть богохульствует. Мы обратили с вами внимание, когда изучали Откровение 13 главу, что говорит Библия о богохульстве. Библия называет богохульством тот факт, когда человек называет себя Богом на земле или когда заявляет о своей власти отпускать грехи. И мы знаем, что римская церковь в истории также причастна к этому. Эта женщина, которая сидит на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Это снова символы, которые мы уже встречали в 13 главе Откровения. «Когда вы посчитаете головы всех зверей из 7 главы Даниила, там у них также 7 голов. Первый зверь — это был лев, у него была одна голова. Он представлял собой Вавилон. Затем медведь, Медоперсия, Греция. 4 головы, представлено барсом. И затем одна голова последнего зверя, Даниила 7 главы, 7 голов. Это означает, на протяжении времен эти 7 голов, они символизируют одну структуру, одну систему, которая имела все философии всех этих царств древних времен. Папство, на самом деле, оно усовершенствовало язычество и сделало его христианским. Обратите внимание на цвета. «И жена облечена была в порфиру и багряницу». Это два официальных цвета католической церкви сегодня. Пурпурный и алый. Два главных цвета. «Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом».
ни одна другая религиозная система не имеет столько золота и украшений. Имеет также золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Эта золотая чаша наполнена лжеучениями церкви. И на челе ее написано имя «Тайна». Это значит «тайные учения», «тайные познания», «тайна Вавилон Великий», «мать блудницам и мерзостям земным». Если есть мать, есть и дочери, другие женщины, другие церкви, которые также отступили, но она является матерью всех отступнических церквей. «Мать блудницам и мерзостям земным». Очень и очень сильный язык, который используется в Библии в этих словах. Давайте обратим внимание на семиголового зверя. Псалом 73, 14 стих говорит, «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». В этом месте Священного Писания изображен зверь, который назван как Левиафан, похож на дракона. И здесь говорится, что у него не только одна голова. В мифологии Левиафан имел 7 голов. Исаии 27 глава 1 стих говорит, «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Интересное пророчество. Господь поразит Левиафана, зверя, который в море. Помните, мы с вами изучали мариологию, о том, что Мария во многих легендах названа звездой моря или звездой морей. Откровение 12 глава 3 стих. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами». Итак, мы видели в псалмах Левиафан, зверь в виде дракона, а затем мы говорили о драконе в пророчестве Исаии, и теперь в Исаии также дракон с 7 головами. Видите, один и тот же образ, исследуя параллельные места Священного Писания. «И на головах его 7 диадим». Этот дракон в Откровении 12 главе — это царская власть, потому что есть венцы. И сатана был так и назван Христом — князь мира сего. Откровение 13 глава 1 стих говорит, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Снова мы видим 10 рогов, это 10 государств. На них венцы или диадимы. Это значит, они правят этими государствами во время темного средневековья, когда Рим осуществлял правление этими государствами через их царей. Откровение 17 глава, 3 стих говорит, «И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами». Это представители царства сатаны на протяжении всех веков, и особенно в книге Откровения, 17 главе, мы видим, как эта власть показана в последних событиях перед пришествием Иисуса Христа. Итак, дракон имеет 7 голов. В книге Откровения головы символизируют власти, через которые работает дракон. Сатана пытался 7 раз установить свое царство на земле. Во-первых, была война на небе. И Господь изгнал сатану от своего присутствия. Адам и Ева затем в допотопном мире, они также пытались установить свое царство. Что сделал Бог? Он пообещал избавление и показал им систему жертвоприношения. Затем Вавилонская башня. Следующая попытка сатаны установить единство, одну религию во всем мире. Бог смешал языки и разделил народы. Затем во время воплощения Иисуса Христа
Он пытался также уничтожить Христа. Господь победил грех и смерть. Самое большое поражение, которое могло быть, Бог обратил в самую большую победу. Затем он пытался действовать через языческий Рим. Что сделал Бог через верующих Смирны? Люди готовы были отдать свою жизнь, чем отдать свою веру. Он пытался сделать это через папский Рим. Ответ — реформация. Никогда он не мог преуспеть. Будет ли еще время, когда он попытается установить свое царство, когда все народы соберутся для того, чтобы объединиться под одним мировым порядком? Это будет интересное время, и будет ответ. Я называю полуночный и громкий крик. Об этом мы будем говорить в наших следующих лекциях. Откровение, 12 глава, 3 стих говорит: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. Эта власть будет теперь воевать против еще одной системы на земле, тех, которые представляют собой народ Божий». Итак, дракон атакует женщину в белом. Эта война будет продолжаться до пришествия Христа. Так говорит Библия. Это творение, о котором мы читаем в Откровении 13 главе, выходящее из моря, говорит нам о том, какими будут атрибуты папской власти. Это система, которая имеет атрибуты власти Малого Рога из Даниила 7 главы. Это та же самая система. И здесь говорится, что у нее есть компоненты из Медоперсии, потому что ноги, как у медведя. Есть греческие философии, потому что мы видим барса. Есть целые теории, которые основаны на греческой философии, в том числе теории эволюции. Голова и головы льва — это компоненты Вавилона. Чтобы показать все компоненты Вавилона в папстве, нужно еще целую лекцию посвятить этому. И лекция называется «Вино Вавилона». И затем есть 10 рогов, которые символизируют собой власть, которая будет управлять на самом деле миром. Итак, голова льва, 10 рогов. И в 17 главе Откровения говорится о том, что женщина — это церковь, церковная власть, она руководит политическими делами. Она одета в пурпурный цвет, красный, и держит чашу в руке своей. Откровение, 17 глава, 3 стих. 4 стих говорит: «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом». Рим сегодня — это самая богатая церковь. Богатство, которое сегодня находится в Ватиканском музее, невообразимо. И в этой золотой чаше, Библия говорит, находятся мерзости и нечистота ложных учений. Мы уже обратили внимание, что она называется тайной. Это тайные элементы, то, что работает за кулисами, то, о чем люди не видят снаружи. И она является матерью всех других блудниц на земле. Управляет ли она другими церквами мира, которые отступили от евангельской истины? Мы еще на это не обращали с вами внимания в деталях, но мы об этом еще будем говорить в следующих лекциях. Откровение, 17 глава, 5 стих. На челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий. Все вавилонские учения, они нашли свое место в этой религиозной системе. 2 Тимофея, 4 глава, 4 стих, Библия говорит: «От истины отвратят слух и обратятся к басням». Церковь постепенно подчинится этой власти, и вместо того, чтобы верить в спасение по благодати через Иисуса Христа, будут разные другие учения, которые заменят ясные библейские учения. Псалом 115, 4 стих говорит: «Чашу спасения приму
и имя Господне призову». Это выбор каждого человека. Либо мы примем чашу учений человеческих систем и будем чувствовать себя уютно, потому что так большинство верит, или мы примем чашу спасения от Господа и будем гонимы. Вавилонская башня, женщина, которую Библия называет Вавилон Великий. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава говорит об этой тайне. 2 глава, 7 по 10 стихи. «Ибо тайна беззакония уже в действии». Эта тайная работа уже совершается. Она совершалась еще в те времена, когда Павел писал эти строки. Эта власть уже работала. И у нас была лекция, когда мы посмотрели на отцов ранней церкви, когда они внедряли извращенные гностические идеи в свои христианские писания. Епископ Александрийский, идеи Оригона. Даже в те времена уже гностицизм процветал. На самом деле, Симон Магус был отцом современного гностического движения, которое находится в самой церкви. Эта тайна беззакония уже совершалась во дни апостолов. Библия говорит, «Только не совершит до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Очень сильные тексты. Они говорят о том, как власть Антихриста будет подниматься в последнее время. И здесь говорится о том, что что-то будет удерживать. Давайте прочитаем еще раз. «Не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник». Что-то удерживает систему. Она работает во время Павла. Но кто-то удерживает. И когда удерживающий будет взят от среды, тогда он откроется. Он будет обманывать, он будет вести к непослушанию и в результате обманет весь мир. Давайте посмотрим еще раз на эти стихи в письменах Павла, где говорится о человеке греха. Второе послание, вторая глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы вами посланного, будто уже наступает День Христов». Он говорил, Иисус еще не приходит сейчас. Он не пришел еще, как некоторые говорят. Он еще не идет. Это не скоро будет, Он говорит. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Он говорит, что Иисус не придет, пока не будет отступление и откроется человек греха, сын погибели. Очень интересная фраза «сын погибели». Эта фраза встречается только два раза в Священном Писании. Только два раза, только два человека названы сыном погибели. Первый — это система, этот человек греха, и вторым был Иуда. Если я хотел бы спросить вам, каким образом Иуда предал Иисуса? Он предал его поцелуем. Представил ли он себя как один из них? Да или нет? Возможно ли то, что эта система отступничества, сына погибели, также представит себя как одна из них и предаст Господа поцелуем?
противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Мы уже видели, что папство действительно заявляет, что оно занимает место Бога. Это Дух Антихриста, 1 Иоанна 4:3. Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Этот дух уже работал в дни Иоанна, в дни апостолов. Это не какая-то будущая власть, как многие верили, что придет когда-то в будущем, так как об этом говорят приверженцы футуризма сегодня. «Не помните ли, — продолжает Павел, — что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Апостол Павел говорит им, «Я уже говорил вам, что что-то удерживает Антихриста, он не может полностью открыться, и вы знаете, что удерживает его. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды». Другой перевод говорит, «Пока тот, который сдерживает зло, не будет убран с дороги, и тогда эта власть может полностью проявиться. И когда эта удерживающая сила будет убрана, тогда власть проявится. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это обетование о том, что эта власть будет окончательно истреблена пришествием Иисуса Христа. Перед пришествием будет другое пришествие по действию сатаны со всякою силой и знамениями и чудесами ложными. Когда же откроется Антихрист? Павел говорит, что-то сдерживает, а потом откроется. Давайте мы посмотрим, что говорит Гратиан Гиннес в книге «Романизм и реформация». Он говорит, здесь апостол Павел говорит о том, что в ранней христианской церкви было познание. Первая церковь знала, что удерживает Антихриста. Ранняя церковь ясно говорит о том, кто удерживал Антихриста, и нет сегодня сомнений о том, что Павел сказал только фессалоникийцам. Сегодня мы задаем вопрос, что это за удерживающий? Люди говорят, это и дух, это еще что-то. Нет, мы не должны гадать. Апостол Павел об этом ясно, устно сказал церкви. И поэтому древняя традиция, только одна, может иметь сегодня авторитет в этом вопросе. Современные догадки не могут дать нам правильный ответ. Могут ли отцы ранней церкви сказать нам, что же Павел сказал им об удерживающем? Кто это? Тертуллиан. Эта книга была написана в 200 году нашей эры. Он говорит, «Тот, который удерживает теперь, будет удерживать, пока не будет взят от среды». Отступничеству сегодня препятствует только римская власть. После распада Римской империи на 10 государств Антихрист начнет действовать. Очень интересная цитата. Вот во что верили первые отцы церкви. После падения Рима откроется путь для Антихриста. Вот во что верили ранние отцы. Давайте мы продолжим. Джон Крестенстам, епископ Константинопольский, 390 год, говорит, «Есть только один, который удерживает теперь, пока не будет взят от среды. Это Римская империя, которая будет взята из среды, и тогда Антихрист придет». Еще один говорит точно так же. Очень интересно. Апостол Павел говорит, что власть уже работает Антихриста, и позже он поднимется. Что-то сегодня сдерживает его, но он поднимется скоро. Эдвард Эллиот, комментарий на книгу «Апокалипсис». Он говорит, что у нас есть одинаковые свидетельства от разных отцов ранней церкви, начиная с Иринея, ученика Иоанна, до Иеронима. Все понимали, что это императорская власть Рима, которая удерживает отступничество. Раттен Гиннес говорит, «Пока кесари держат в руках императорскую власть, Антихрист не может восстаться, но после падения кесарей он восстанет».
Библейские пророчества имеют смысл, пророчество 1260 лет подходит, все эти вопросы совпадают в точности. Пока Кесарий держит императорскую власть, Антихрист подняться не сможет. Романизм и реформация. Очень много цитат, которые говорят об этом. Павел не назвал здесь удерживающую власть. Он знал, что это Рим. Он боялся преследований. Помните, христианская церковь была под преследованием Рима. Апостол Павел написал им: «Я говорил вам лично, я приходил и говорил вам, что сначала должна упасть власть удерживающая». Не говорите о пришествии Христа сейчас. Должен упасть удерживающий, убрать препятствие, тогда Антихрист появится и будет править этим миром. А потом, в конце, Христос придет и истребит эту власть. Когда Христос придет? Вот библейское учение. 1 Тимофея 3:16 говорит: «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Библия говорит: «Бог явился во плоти». Бог явился во плоти. Давайте мы не будем менять то, что говорит Библия. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это единственная тайна в христианстве. Мы никогда не поймем, как Бог Вселенной мог стать человеком для нас, умереть на кресте и затем спасти нас и сделать нас сыновьями и дочерями Бога. Это тайна, которую мы постичь не сможем. Все остальное было открыто во всей полноте. Тайна благочестия. Единственная тайна, которую будет изучать спасенные на протяжении веков. Тайна беззакония — это другая тайна, которая желает скрыть от людей план спасения, скрыть от людей истину. В других лекциях мы говорили, что цель лжеучений — это подорвать и скрыть то, что делал Христос для спасения каждого человека. Многие тайные общества, учащие каббализм, гностицизм, они устраняют Иисуса Христа как Спасителя и представляют другую власть. Исламские тайные общества. Мы говорили об учении Корана, о том, что Иисус не является Сыном Божьим. Он никогда не умирал. Его кровь не была продлита. Это все было просто духовно. Он не пришел во плоти. Все это казалось просто людям. Это центральные доктрины лжеучений Рима сегодня. Это теории, которые сегодня находятся во многих тайных обществах, ордены тамплиеров, свободного масонства и иезуитов. Есть две больших доктрины в мире. Не 200, не 300, не 500. Две основных доктрины в мире. Просто люди носят разные одежды и руководимы разными властями. Помните историю храма Ваала? Вы видели женщину, у которой красивая мини-юбка? Вы думаете, что мини-юбка — это что-то новое? Нет, это очень древняя мода. Эта женщина — это довольно древний символ. Не знаю, то ли дама ночи, то ли дама дня. Она держит золотую чашу в руке. Она символизировала поклонение Ваалу. Изображение богини Фидес. Потрясающе. Это монета «Цитадель Ватикана». На ней богиня Фидес. Только посвященные знали значение поклонения богине Фидес. Посвященные во внутренние круги, они поклонялись этой богине. Мы бы не знали, что обозначает это поклонение, если бы не цитата от Альберта Мэки, масон 33 степени: «Правая рука во все времена была символом доверия, клятвы». С древних времен именно так поклонялись богине Фидес. Иногда это поклонение символизировано двумя руками, которые соединены. Правая рука держит правую руку. Нума был первым, который воздвиг алтарь богине Фидес, богиня клятвы. Так поклонялись с древности.
клятвы, провознесенные в присутствии этой богини, считались непреложными. Вот тайна. Они показывают один символ, а на самом деле учат совершенно другому. В книге «Moral and Dogma», страница 292, значение других символов, которые используются, буквы PX, на кафедрах, на церквах, и сегодня используются как христианские символы. Но здесь вы видите, один из посвященных во внутренние тайны объясняет, что это символы поклонения языческим богам. Он также говорит нам о том, что другие символы, которые вы видите здесь, это языческие символы. Буква Тау, этот крест, который вы видите здесь, свастика и звезда Давида. Затем интересная цитата. «Одежды священников Хоруса были покрыты крестами, мальтийскими крестами, сегодня их так называют. Я показывал им, что папство носит этот мальтийский крест на своей одежде. Это священники Хоруса. Это тайна. Нужно посмотреть за завесу тайны, которая сокрыта от большинства. Древние священники бога Дагона носили голову рыбы и одежду рыбы. Дагон — бог рыбы. И позже они заменили одежду под видом рыбы на другие ризы — красные, пурпурные. Но элементы рыбьей головы остались. Сегодня мы это видим на вавилонских фресках, где вы видите рыба с открытой головой на голове у священника Вавилона. Здесь одежда похожа на рыбу. Они носят воду и небольшие ветки из сопа, которыми они кропили священной водой. Точно то же самое сегодня делает папская церковь. Папа веткой из сопа кропит людей. Это вавилонский ритуал. Очищение через Баб-Эл. Баб означает ворота, Эл — Бог, через ворота к Богу. Вавил — дверь к Богу. Иисус говорит, «Я есть дверь, я есть врата». И Иисус — только одна дверь, есть только один путь, один вход к небу. Через признание нашей греховности и принятие заместительная жертва Иисуса Христа, который Сын Божий, умер за наши грехи. Но Баб-Эл говорит, у нас есть другой вход к Богу. Это потрясающая тема, мы еще об этом поговорим. Вы знаете, сколько есть сегодня дверей к Богу? Они все называют себя дверью к Богу. Бытует мнение, что много путей сегодня ведут к Богу. Мы должны быть осторожны. Есть только одни врата к Богу. Это Иисус Христос. Одна дверь, один вход. Есть только одна форма очищения. Иисус говорит, «Я окроплю вас ископом». Папство говорит, «Нет, мы это сделаем. Вы будете спасены через нашу систему, через наш вход в небо». Встреча и столкновение двух идеологий. Вот священники, которые принимают поклонение, им ноги целуют и кольца целуют. Это язычество. А вот символ шамаша, который вы сегодня тоже можете увидеть буквально повсюду. Невероятно. Сколько людей сегодня используют этот символ? Гностики, основатель Симон Магус, который, согласно Елифаса Леви, был ясновидящим у Нерона. История де маги, страница 189. Это очень интересные источники. Леви, часто люди любят это имя носить на брюках своих. Очень популярное имя. Если вы поедете в Рим, вы увидите символ, который там находится снаружи на площади этого древнего языческого храма, где принимались люди всех религий. И здесь в основании памятника квадрат, там масонский символ, затем слон, затем символ вертикальный и затем крест. Некоторые говорят, очень красивая статуя, если вы не знаете, что квадрат — это символ
или квадрат в древности, это был символом древнего божества. Элеф или Алеф, первая буква, элефант, слон по-английски, бул или бык на востоке. Это символы Бога Солнца, символы языческого поклонения богам. И сверху это символ Осириса, и наверху буква Тау. Полная катастрофа языческого богопоклонения здесь, в католическом соборе. И цвета — алый, пурпурный. Главные цвета, официальные цвета церкви. Они говорят, что мы знаем, что есть добро и зло. Папа всегда одевает белое. Он символизирует собой белую сторону, то есть сторону Люцифера. С другой стороны, его прообраз, который осуществляет военное руководство системы, какой будет одевать цвет? Черный. Глава иезуитского ордена всегда одет в черное. У вас есть две стороны познания добра и зла. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Очень сильные слова. Если вы возьмете тройную митру папы, которая берет свое происхождение с Мида Персии, только эту корону вы можете продать и решить вопрос долга в США. И священники, которые проводят официальное служение, они на себе тоже носят официальные цвета. Они празднуют мессу, что, по сути, является маленьким, еще одним распятием Христа снова и снова и снова. На папском престоле собора Святого Петра папа Павел слушает проповедь кардинала о папе Иоанне. Проповедь начинается так. «И был человек, посланный им от Бога, и звали его Иоанн». Папа Иоанн. Очень интересно. Что было на Втором соборе? На Втором соборе всех пригласили снова в сестринство церквей. Только Рим назван матерью, а все остальные будут сестрами. Очень интересно. Идолопоклонство было главным способом поклонения Богу. И сегодня тоже идолопоклонство продолжается. Но идолопоклонство, оно имеет много форм. Это не просто поклонение перед статуей. Идолопоклонство может иметь и другое значение. Интересно, что Рим сегодня контролирует полностью многие аспекты жизни. Мы не можем сегодня говорить о всех системах идолопоклонства, но идолопоклонство — это не просто поклонение идолу. Есть разные идолы. Как насчет мира спорта? Кто руководит мировые спортивные события? Если вы посмотрите на символы спортивных клубов, каждый из этих символов имеет масонские знаки. Самая популярная футбольная команда — Манчестер Юнайтед — имеет символ сатаны в самом центре. Масонские буквы, масонские шевроны, символ шамаша — это самые известные команды в мире. Как насчет этих символов? Здесь символы царства тьмы, летающие лошади — это Пегасус, древний бог, пентаграммы, щиты Мальтийского ордена, символы поклонения Солнца, поклонения звездам, львы двухголовые. Все эти символы масонские находятся на спортивных клубах. Масонские пальцы, фигуры с пальцев, титан — это имя сатаны на древнегреческом. Все эти интересные символы. Буква G. Каждый знает, что это из масонской ложи знак. Если мы вернемся в книгу «Исход», 32 глава,
«И сказал ему Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». Сегодня серьги очень популярны. «Принесите их ко мне». И затем Аарон сделал объявление и сказал, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. Что же они играли, как вы думаете? Во что они играли? Частью системы поклонения Солнцу были спортивные соревнования. Какие же виды спорта тогда были популярны? Давайте мы обратимся в ЮНЕСКО. Они должны знать, потому что ЮНЕСКО, манифест ЮНЕСКО был написан членом общества черепа и костей, посвященного тайне общества. Он говорит, поло с древних времен в Персии считалось игрой в солнце. Когда забивался гол солнечным мячом, это было символом победы света над тьмою. Помните, что в масонстве тьма названа светом, а свет назван тьмом. Поэтому Иисус и Иегова в масонстве считаются злом. А Люцифер — это свет. Поэтому победа света над тьмою — это в масонстве считается победа Люцифера над Иисусом Христом. Мяч же являлся символом солнца во всех видах спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол и крикет. Бейсбол также имеет отношение к солнцу. И даже правила игры, они отражают времена года точно так, как их отражали древние языческие церемониальные соревнования, которые проводились во дни праздников плодородия. Если вы не можете людей пригласить в церковь, пригласите их на футбольное поле. Часто в церкви вы видите руки, которые делают вот такие движения, и на спортивных полях также руки могут делать такие движения. Люди поют гимны в церкви и поют гимны на футбольных стадионах. Это своего рода поклонение. Шумерская история Гильгамеша, написанная на глиняных табличках, рассказывает, как спортивное снаряжение, палка и мячик использованы были для того, чтобы участвовать в спортивных состязаниях. Бог Солнца открывал дырочку в земле для того, чтобы получить мячик. Если у вас есть палочка и мячик, вы просто ударили мячик, он попадает в дырочку. Это было символом, очень глубокое значение. Это не очень красивое значение, но мы не будем об этом говорить. Вот что делают игроки в гольф. И это интересно. Часто мы можем слышать о том, что это прекрасный вид спорта, это полезный вид спорта для христиан. Я ничего не имею против спорта. Спорт — это хорошо для упражнений. Есть вещи в спорте хорошие, но если спорт становится религией, это проблема идолопоклонства. Олимпийский огонь, которые несут, это является также отражением поклонения Богу Солнца раз в 4 года. Впервые использовался этот праздник в Греции в честь Бога Зевса. Вы видели открытие Олимпийских игр? Разве они не поклоняются богам? Да. И сегодня толпы поклоняются этим богам. Солнце, Луна и звезды и другие планеты сопровождали Олимпийские игры. Почитание Бога Солнца, связанное с играми, связано с божествами Геракла, Аполлона в Греции, которые повлияли на даты Олимпийских игр. Согласно шумерскому повествователю Гильгамеш, в спорте Солнце всегда присутствует во всех аспектах жизни. Либо это искусство, архитектура, философия, религия, фестивали, фольклор, танцы и музыка. Каждое утро языческий Бог Солнце пробуждает нас на протяжении первых веков. Дни недели были названы днями планет. Солнце, Луны и так дальше. Символы Олимпийских игр. Символ Баладат в каждом символе Олимпийских игр.
они находятся во всех символах. Это язычество. Здесь вы видите молодого человека, который несет фирменную хоккейную майку для папы римского. Благословенная рубашка. Свободное масонство руководит всеми этими вопросами для Рима сегодня. Спортивные события, религиозные события — это потрясающие вещи. Идолопоклонство в скрытой форме. Библия сегодня открывает нам удивительную историю Откровения 17 главы. Давайте мы подождем следующей лекции. На этом изображении вы видите латеральный собор святого Иоанна. Латеральный собор — это главная церковь в Риме. Не собор святого Петра, там, где папство делает главные свои действия, но именно в этом соборе на папу возлагается его корона, и там, где он говорит «Ex cathedra». Собор имени Иоанна. Помните, я говорил вам раньше о том, что есть тайны общества иоанновцев в обществе тамплиеров? Вино — ее блудодеяние. Мать блудницам, мать церквей. И матер экклезия. Откровение 17 глава 5 стих говорит: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Следующий стих говорит: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Исаия 47 глава 8 стих говорит: «Я», это используется только на Бога, «и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Если церкви отделены от нее, она говорит: «Они вернутся ко мне, я не потерплю потери». Другие церкви не являются нашими сестрами, подчеркивает Ватикан. 5 сентября 2000 год, независимость. Интересно, церковь Рима исполняет каждое пророчество из Священного Писания. Это должно быть понятно всем, что только одна святая католическая апостольская всемирная церковь — это не сестра, но мать всем другим церквам. Кардинал Ратзингер, 2000 год. Очень ясно сказано. Этот кардинал возглавляет фаундацию доктрины и веры. Это то же самое, что раньше называлось инквизицией. Определение ереси, отступничества. Нет большего нарушения, чем ересь, поэтому нужно искоренять огнем и мечом. Католическая энциклопедия, 1911 год. Католический катехизм говорит: отступление от веры — это отвержение открытой истины, несогласие с истиной. Ересь — это когда после крещения человек отказывается от истины, в которую нужно верить согласно католической вере. Если папа сказал, а вы говорите «я не верю», вы еретик. Вы должны искореняться огнем и мечом. Протестантизм говорит: мы не хотим это больше принимать. Послушайте, что говорит западный страж. Протестантство — это не религия, она никогда не была религией. Самое большое, что можно сказать о протестантизме, это форма насилия и обкрадывания под маской религии. Серьезная проблема. На Трентском соборе, который был созван Папой Павлом III на протяжении 1545-1563 годов, собирался на трех заседаниях. Протестанты присутствовали на втором заседании. Мы об этом более подробно поговорим в одной из наших следующих лекций. Интересно обратить внимание, что этот Трентский собор подтвердил каждую доктрину, в которых реформаторы сомневались. Почему реформация проиграла на Трентском соборе? Это интереснейшая история, но мы сегодня не будем к ней обращаться. Итак, на этом соборе подтверждены следующие доктрины. Доктрина преосуществления о том, что тело Иисуса Христа сотворяется и распинается во время мессы,
оправдание верою и делами, месса, семь святынь, доктрина целибата, доктрина чистилища. В новых переводах Библии эта доктрина уже сегодня появляется. Индульгенции и власть Папы увеличена. Теперь вся власть принадлежит одному человеку. На самом деле, Трентский собор, он наделил Папу всей властью. Это называется ультрамонтенизм. Папа представляет собой человека греха. Не только грех как преступление закона, но если ты меняешь закон, тогда еще преступление изменения закона. Все эти доктрины были полностью восстановлены. Доктрина преосуществления. Благодаря божественной природе священника в их руках, точно как в утробе Марии, формируется тело Иисуса Христа. Вот насколько велика власть священника. Благодаря языку священника кусочек хлеба превращается в Бога. Это больше, чем сотворение мира. Канон 1 говорит, Трентский собор, если кто-то отвергает, что во время причастия действительно полностью присутствует тело, кровь с душой и с божеством Господа Иисуса Христа, соответственно, весь Христос, но говорит, что это только лишь знак или образ или символ, пусть будет отлучен. Есть проблема в этом. Я не могу с этим согласиться, потому что Иисус Христос был только однажды принесен в жертву. Библия говорит, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящающих». Поэтому я не могу согласиться с этой цитатой. Когда в Римо-католической церкви проводится вечеря Господня, они говорят, мы не воспоминаем Господа. На самом деле мы распинаем Его еще раз. Это вино вавилонского учения. Это учение пригвождает Иисуса ко Христу постоянно, чтобы Он оставался там всегда. Распинает Его снова и снова и снова. Вот почему их символ — это распятие, потому что они хотели бы, чтобы Иисус оставался там на кресте. Но мой Иисус, Он не находится на кресте. Он сегодня находится на небесах, и Он скоро придет во второй раз, как Царь царей и Господь господствующих. Учение о прощении грехов. Помните Луки 5 глава 21 стих, когда Иисуса Христа называют богохульником, упоминая, что человек не может прощать грехи, Иисус говорит, «Сын человеческий имеет власть прощать грехи. Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Церковь говорит, «Священник обладает силой и ключами власти освобождения грешников из ада. Он наделяет их правом унаследовать рай, превращать из рабов сатаны в детей Божиих». Бог обязан подчиняться решению священника. Это вино вавилонского учения, вино прелюбодеяния. Мария как посредник. Иисус исчез. В 1854 году Папа Пий IX провозгласил Марию непорочно зачатой. В 1951 год Папа Пий XII провозгласил доктрину о вознесении Марии. Грешник, который осмеливается прямо приходить ко Христу, он встретит его гнев и отвержение. Но если он обратится к посредническому служению Девы, сына Марии, она покажет сыну свою грудь, покормит его, его гнев будет сразу усмирен. Какая глупая и отвратительная доктрина. Я могу показать вам фотографии, когда я посетил молочные гротта в Вифлееме. Там, где молоко Марии обрызгало все стены, и это святыня, которая подтверждена Папой, что это действительно так. Самое настоящее языческое поклонение богам плодородия. Кстати, сегодня сына, который разозлился на что-то, и мама показала ему свою грудь, что бы он подумал? Подумал, мама, ты что, с ума сошла? Это язычество, культ плодородия. Вот заявление католических священников. «Погиб навеки человек, который не почитает Марию». Мария названа «вратами неба». Обратите внимание, Иисус говорит «Я дверь». Нет другого пути, кроме Иисуса. Мария — это врата неба, никто не может войти в благословенное царство иначе, чем через нее.
путь спасения открыт только через Марию. Спасение полностью зависит от того, приняты ли вы Марией. Тот, который принят Марией, будет спасен, кто нет, будет потерян. Наше спасение зависит только от тебя. Бог не спасет нас без посредничества Марии. Как вы скажете, разве это не вино, блудодеяние? Павел говорит, Мария — это богиня. Мария Зольготин Верден. Это учение, восхищение Марии. Теперь в книге Откровения мы видим, как все признаки отступнической религии, вино Вавилона, как это все исполнилось в истории этой религиозной системы. Книга «Ответы на ваши вопросы» говорит о том, что Папа, он непогрешим. А Библия, если вы обращаетесь к Библии, это запрещенная книга, «Textus Receptus» был запрещен. Но иезуитская версия Библии не запрещена. Мы уже говорили об этом, у нас была целая лекция, посвящена переводам Библии. Это вино прелюбодеяния. И Иисус Христос умоляется. Септуагинта, сказано, было сделано для Александрийской библиотеки. Вот еще один богослов, Пол Нитер. Кто он, Пол Нитер? Он был как миссионер, также занимал должность профессора теологии в университете Ксавьера, получил свои степени в университете Рима, Григорианском, учился от Карла Раннера. Карл Раннер — это был тот, который был во главе иезуитов. Подчинить все церкви Риму — это была его задача. Он пишет книгу под заглавием «Неужели нет другого имени?» И затем он показывает, что вы можете прийти к спасению любым путем, любым именем. Извините, разве это не вино прелюбодеяния Вавилона? Мировые религии, масонские символы, изогнутые кресты. Обратили ли вы внимание, это тот же самый крест, которого используют сатанисты, на котором находится Иисус Христос с буквой «В», масонский треугольник в центре креста. Это люциферианизм. И затем буквы IHS, которые они говорят, означают «Иисус — спаситель людей». Некоторые говорят, в его служении это означает «Isis, Horus и Seb» — египетская лже-троица. Если вы посмотрите на внешний двор, видите круг, колесо в колесе, восемь спиц колеса, символ Солнечной системы, и в центре обелиск, который является символом Осириса, не имеет всех запчастей. Митра, убивающий быка. Символ победы над злом. Зло, помните, в эзотерическом смысле это Иисус. Вот структура культа. Семь уровней, семь планет, Коракс, Нимфус. Нимфус — это слово составное, обозначающее невеста мужского пола. Если вы посвящены в это священство, вы становитесь невестой мужского пола. Целибат. В Риме практикуется это? Да. Но как невеста мужского пола в целибате, вы не должны быть целибатом для всего. Поэтому давайте не будем в эту тему углубляться. Другие планеты — Юпитер, Перс, Хелиодромус, и затем главный символ митраизма — Патер. Это отец, покровитель Сатурна. И затем два самых важных принципа митраизма. Можно быть посвященным несколько культов, и второе — женщины не имеют права участвовать в культе. Римо-католическая система — это тот же самый митраизм. Вот оккультные символы, вот священники, которые контролирует оккульт в мире, тайные общества оккультизма. Вот папа, который принимает тела, получает красную точку на чело, это знак Сивы, а Сива — это Люцифер, это знак Люцифера. Папа Римский целует Коран. Библия говорит, Откровение 17, глава 2 стих,
С нею блудодействовали цари земные. Цари земные, вот они. Лех Валенца перед папой. Посмотрите на других царей мира, которые сделали с этой планеты хаос. Мы видим Михаила Горбачева, мы видим других так называемых диктаторов, которые с папой. Почему они всегда одевают черные, когда они встречаются с папой? Потому что они должны отражать две стороны масонской теории познания добра и зла. Принц Филипп, принц Чарльз в черном костюме. Здесь мы видим эквиваленты исламского мира. Черный галстук, черные носки. Маргарет Тэтчер, Картер, японские лидеры, Буш, Блэйр. Приходят ли цари земные, чтобы сотрудничать с этой системой? Есть ли еще одна система, которая подходит так, как эта? Это библейские пророчества, Игнатиус Лойола. Если вы думаете о выборах, здесь вы видите двух претендентов на пост президента. И битва будет между этим человеком и этим человеком. И они оба являются членами общества черепа и костей. Откровение 17.6. «И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим». Варфоломеевская ночь. Вальденцы. 30-летняя война. 100-летняя война. Кровопролитие. Сталин. Холокост. Невероятно, что они делали с народом Божиим. Они их истребляли направо и налево. Инквизитор Томас Аквинас говорит, «Еретиков нужно истреблять так, как и других преступников в мире. Католическая церковь уважает свободу совести, но тем не менее, если она встречает ересь на своем пути, она должна прибегать к силе, наказанию, мучениям. Поэтому она зажгла в Италии огни инквизиции». Это единственная система, которая подходит к пророчествам. Мы уже говорили о клятве иезуитов, мы не будем ее сегодня читать. Ужасные средства и орудия казни за ересь. Ересь — это желание человека верить, как он считает верить. Откровение 17 глава, 7 стих, дальше говорит. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Мы об этом будем говорить. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Итак, зверь был, не было, потом будет. Так как и Христос был, умер и воскрес. Эта система полностью подделывает жизнь и служение Иисуса Христа. Библия говорит, зверь был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Интересный стих. Очень много было разных толкований. Давайте мы попытаемся открыть этот текст, чтобы увидеть его значение. Посмотрите. «Стадия, когда его нет». В 1798 году зверь получил смертельную рану, не так ли? Итак, зверь был, он правил в течение темных веков, средневековья, затем его не стало, он умер, он получил якобы смертельную рану, и затем он снова вернется. Давайте посмотрим на эту стадию, когда его нет. Что же происходит в это время, когда всем кажется, что он мертв? 1854 год, доктрина непорочного зачатия. 1870 год, непорочность папы. 1929 год, он принимает титул верховного правителя мира. 1951 год, доктрина о вознесении Марии. И сегодня Мария считается главным посредником и ходатаем. Откровение 17 глава, 9 стих. Здесь ум
имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор. Орос — гора, на которых сидит жена. Кроме того факта, что Рим построен на семи холмах, это интересный момент, но есть другие моменты. Число семь — это также число тех древних царств, и есть семь царей. Давайте посмотрим на следующий стих. «Пять из которых пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель». Это головоломка для тех, кто любит головоломки разгадывать. Давайте посмотрим и посчитаем головы или горы. Головы или горы в Библии символизируют государства, но не личности. Иеремия, 51 глава. «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они сделали на Сионе в глазах ваших. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю. Я простру на тебя руку мою и низрину тебя со скал и сделаю тебя горою обгорелою». Господь говорит здесь о Вавилоне, который будет нападать на народ Божий. Гора — это царство, это империя. Давайте обратим внимание на семь голов. Я не хочу здесь быть догматичным. Я не считаю, это вопрос спасения. Правильно понимаете вы это или нет? Вопрос спасения зависит полностью от ваших отношений со Христом. Правильно ли мы толкуем эти головы или нет, это не имеет значения, но Бог дал нам информацию, давайте мы рассмотрим ее. Итак, толкование первое. Со времени Иоанна Богослова семь голов символизируют преследующие власти, которые преследовали народ Божий на протяжении веков. Это первое толкование. Пять из них пали. Они говорят, это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Одна есть, с точки зрения Иоанна. Во время Иоанна это был Рим. Еще другая преследующая власть не пришла, это папство. Это первое толкование, которое очень популярно, и многие люди придерживаются его. И у меня нет никаких проблем, если кто желает придерживаться этого толкования. Потому что это последняя власть, которая существует в мире. Единственная проблема — какая власть пропущена? Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция — эти упомянуты. И вы начинаете со времени Иоанна. Это предположение, от которого вы отталкиваетесь при толковании этого пророчества. Какую вы пропускаете? Давайте мы обратимся к Иезекииля, 16 главе, 26 стиха. Посмотрим на врагов народа Божия. Здесь есть египтяне, филистимляне, ассирийцы, халдеи. Филистимляне, например, упущены. А что, если бы я не хотел упускать их, тогда мои числа бы не подошли. Поэтому лично я... У меня нет проблемы с общей структурой, но детали не удовлетворяют меня. Итак, толкование второе. Используя пророчество Даниила как матрицу, логично начинать с Вавилона. И действительно, книга Откровения использует символику Даниила для того, чтобы дальше истолковывать события последнего времени. Используя книгу Даниила как матрицу, мы начинаем с Вавилонской империи и продолжаем до событий, описанных в Откровении 17 главе. Пять пали. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, папство. Один есть. Пораненное папство, потому что мы отталкиваемся от времени в пророческой линии в Откровении 17 главе. Именно в это время папство было той властью, которая получила смертельную рану. Тот, который еще не пришел, это будет последнее объединение церквей вокруг папства, когда весь мир будет следовать за ним. Это красивое толкование, у меня нет больших проблем. Но один маленький вопрос.
А как насчет других властей, которые упомянуты в книге Откровений? Вам приходится как-то оставлять других зверей, как, например, двухрогого зверя и других. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов, который был и нет, и выйдет из бездны». Откуда он выйдет? Обратили внимание? Из бездны. Это очень важный ключ. Какой еще один зверь вышел из бездны? Зверь, описанный в Откровении 11 главе. Помните этого зверя? Тот, который начал вести войну против Слова Божия и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был и которого нет, и есть 8-й, из числа семи, и пойдет в погибель. Еще больше деталей. 8-й, он пойдет в погибель, но он часть 7. Это очень большая головоломка. Итак, толкование номер 3. Используя Даниила как матрицу, мы начинаем с Вавилона и смотрим с точки зрения событий Откровения 17 главы. 5 пали. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, папство. Это религиозно-политические власти, которые правили в течение средних веков, имеется в виду. Вот мы приходим сюда, к Откровению 17 главе. «Одна есть, — он говорит, — в это время кажущееся израненное папство. Его нет, но есть. Кажется, что получит смертельную рану». И мы говорили, что в это время иезуитская организация в это время построила мировую империю, коммунизм, другие власти. В этом смертельном кажущемся состоянии его нет, но он есть. Это не религиозно-политические власти, но власти, которые руководимы тайными обществами папства, которые поднимаются из бездны, который еще не пришел. Это образ зверя. Религиозно-политическая конфедерация под видом агнца или зверя с агнчьими рогами. И 8-й — это новый мировой порядок, последняя мировая конфедерация папства и государств мира. Эта схема не очень сильно отличается от последних моделей, но лично для меня мне нравится последняя схема. Но я к ней не привязан, и для меня не имеет большого значения. Важно заметить одно, что во всех этих схемах папство будет последним. Это говорит о том, что здесь есть все образы в книге Откровения. Поэтому я думаю, что именно так оно будет. И 10 рогов, которых ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем. Это и есть та стадия, когда его нет. Он еще не принял царство, это будет в будущем. Что же это за 10 рогов, которые примут власть со зверем как бы на 1 час? 10 может означать или число полноты, или число государств мира, или может обозначать что-то другое. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, и будут вести брань с агнцем. Это преследующая власть последнего времени. Но Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Это последняя заключительная битва, которая будет иметь место. 17 сентября 1973 года клуб Рима издал специальный, очень конфиденциальный отчет, который назывался «Региональная модель мирового порядка». Очень интересный документ.
который был отправлен элитарным кругам для того, чтобы его внедрять. Этот документ открывает намерение, что мир разделен был на 10 политических, экономических регионов, которые он называет царствами. Эта терминология заимствована из книги Откровения, 13 главы, 1 и 2 стихи. В 1974 году авторы этого отчета Кайла Мизарович и Эдвард Петстелл опубликовали свои последние итоговые выводы в книге «Поворотный момент в истории человечества». В этом издании, которое рассчитано на общественность, они упустили слово «царство». Мир разделен на 10 экономических регионов. Знаете ли вы о том, что есть некоторые монархии и царские семьи, которые сегодня еще существуют? Это интересные вопросы, о которых мы будем говорить в будущих лекциях. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Потрясающая весть. Вначале мы видели, как царство мира, они дали власть зверю, религиозной системе, и затем религиозная система идет и преследует народ Божий. Что происходит дальше? Бог ставит ограду и защиту вокруг своего народа. Он защищает их. Он держит их в своих ладонях. Точно так, как Он хранил свой народ в Египте. Они издают законы против этого народа. Не могут продавать, не покупать, ничего не могут сделать. Хлеб и вода будут обеспечены тебе. Тысячи падут подле тебя, и десятки тысяч одесную тебя, но не приблизится к тебе. Все обетования Божии работают в это время. И затем они в своем гневе пытаются истребить эту группу, которая желает быть верной Господу вопреки мировому порядку. И Господь посылает язвы. И много страданий в это время на земле. Но Господь защищает свой народ. В результате этого обманутые религии мира понимают, что они были обмануты. И они обращаются с жестокостью и агрессией и истребляют ту систему, которая пыталась истребить народ Божий. Вот что говорит Библия. Вот что говорит эта глава. Обратите внимание здесь, что они сожгут ее с огнем. Каким было наказание в древнем Израиле за блуд, за прелюбодеяние? Их побивали камнями. Но эта система, Библия говорит, она сожжена огнем. Каким было наказание дочери священника, если ее поймали в блуде, ее сжигали? Это интересное наблюдение. Вы видите аналогию? Библия — это потрясающая книга. Если вы думаете, что люди придумали эту книгу, я скажу вам, что я скорее съем мой компьютер, если это так. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Это великий Вавилон, который руководил всем миром. Подойди, и я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Вот, дорогие, конец великой борьбы. Поэтому сегодня у меня к вам вопрос. Боимся ли мы системы настолько, что мы будем послушны им, или мы останемся верными Богу? Каким будет наш выбор? Есть ли смысл идти за этой системой, если с ней произойдут такие вещи? Это было бы глупо не следовать Богу.
Кроме того, что у Бога программа намного лучше. Он никого не принуждает, Он только зовет. Господь исполнен любви, благодати, милости. Какой смысл следовать за этой системой? Пророк Иеремия говорит, 50 глава, «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон. Не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа». Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа, Бога Саваофа, есть дело в земле халдейской. И идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут, как закланные, горе им, ибо пришел день их, время посещения их». Господь положит конец этой системе. «Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе и мщение Господа Бога нашего, о мщении за храм Его. Созовите против Вавилона стрельцов, все напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся». Никто не спасется. Это типология. То, что было в местном масштабе, произойдет во всемирном масштабе. «Так поступите с ними, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь». «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой и время посещения твоего». Эта система придет к своему концу. «И споткнется гордыня, упадет, никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него». Потрясающие вести. «Но Искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона». Их Искупитель силен. Господь Саваоф, имя Его, Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. «Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Никакая их мудрость не поможет и не спасет». Исаия 26 глава говорит, «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Это окончание великой борьбы. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким, Левиафана, змея, прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Это библейское повествование, самое удивительное пророчество, которое когда-либо исполнится в истории мира. Откровение, 19 глава. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал Господь кровь рабов Своих от руки ее“». Откровение 19 глава, 19 стих. «И видел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Дальше Библия говорит, «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и производивший чудеса перед ним». Кто этот лжепророк? Это еще одна очень интересная тема. «Производивший чудеса пред ним». Кто этот лжепророк, совершающий чудеса? Это протестантские церкви. Это чудеса в Соединенных Штатах Америки. Знамения, огонь с неба.
религиозные системы протестантов, поддерживающие законы зверя, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Только один еще не брошен — это дракон, с ним будет дело позже. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». С Богом шутить нельзя. Согласно Библии, вы окажетесь здесь. Откровение 19 глава, 6 стих. «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящий: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Это конец великой борьбы. И нам нечего бояться, совершенно нечего. В следующей лекции мы посмотрим на новый мировой порядок и на те вопросы, которые происходят в мире сегодня. Это страшные вести, но тем не менее, если вы видите все это происходящее, поднимите глаза, ибо приблизилось избавление ваше. Доверяйте Господу Иисусу и не бойтесь ничего. Благодарю за внимание.